Грувей. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья мои, я задумался об очень важных вещах, а именно о своем будущем. Поскольку всем вам известно, что я блогер, видеоблогер, летсплеер, это значит, что жизненных навыков у меня нету. Поэтому как только моя карьера закончится, если вдруг такое, к несчастью, случится, мне придется как-то выживать. А это значит, что я решил потратить этот выпуск с пользой, убить двух зайцев, так сказать, и видос записать и научиться полезным навыкам, а именно воровать в чужих домах. Ты в симулятор. Это я через несколько лет, когда вы поняли, да, когда я стану никому не нужным. У меня будет только мой лом и телевизор, и ненависть ко всему вокруг, ко всему миру. Поэтому давайте выплеснем эту ненависть наконец-таки и украдем что-нибудь ценное, что-нибудь важное у людей. Я уверен, что самое ценное — это то, над чем люди долго работали. Вот это надо воровать, стараться. Поэтому, если хотите меня обокрасть как следует, это украдите мой канал YouTube. В принципе, я могу украсть чей-нибудь канал на YouTube. Вот, надеюсь, эта игра позволит мне этому научиться в том числе. Посмотрите на меня, каким я стану. О, ну кто же хранит лом возле дома своего? Винни. Ответит ли мне Винни? Я не знаю. Я пытаюсь ограбить человека, а мне прям звонят. Прямо посреди ограбления. И телефон, я звук не выключил. Кто вообще так делает? Господи, ладно, отвечаю. Здорово, это я, Винни. Возьми вон тот лом и слушай меня внимательно. У нас полно дел. У меня полно дел, ты хочешь сказать, потому что я всю грязную работу буду делать в Винни, блин. Нетерпеливый. Ломбарди внесли за тебя залог. Они щедрый народ, но любят принцип «ты мне, я тебе», если ты понимаешь. Давай посмотрим, подойдешь ли ты для этой работы. Рабани тот дом, который крайний. Да вообще нет проблем. Стоп, я опытный вор, но я не могу с такой сенсой. Где-то вот так, да. Я профессиональный кайсер, я люблю низкую сенсу, понимаете? Взять лом в руки. Стоп, я тоже сделал. Теперь нам нужно перелезть через забор. Кто вот такой забор делает? Как это делать? Прыжок и shift, чтобы присесть. Чего от меня хочешь, игра? Сломать доски. Ломать. Мне кажется, там было проще пройти, не ломая никакие доски. Ну разве нет? Че я решил этот дом грабануть? Он же самый нищий. Посмотрите, вон там он более красивый. Может туда пойти? Ладно, присели. Это я так присел? Это я так, блин, присел? Видимо, я очень высокий человек. Вас услышал арендатор? Открой секрет, это я ее арендодатель. Она задолжала мне. Ну, вы видите, по состоянию, которое она превратила в мой дом. Мой дом! Что у нее проблемы с деньгами. Я просто задолбался у нее выпрашивать их. Пару раз она натуры отдавала, но я уже устал. У меня много таких арендаторов, понимаете? Всем не... Всех не это... Ладно. Короче, я устал, и поэтому пришел сам просто забрать всю наличку. Мать! У тебя женщина в доме, а ты ссышь. Умри. Плохой. Смотри, как я шлепаю твоего мужа. Да, детка. Ты хочешь тоже, видимо? А теперь тебе. Где моя сраная, блин, наличка? Где аренда, твою мать? Ой, что происходит? Вас поймать. Да ладно. По-моему, это я поймал и уже успел жестко убить их. Ладно, нам нельзя попадаться. Она подозревает. Стоп. А теперь она тут же меня рассекретила. Заметное передвижение позволит вам издавать меньше шума, но меньше скорость. Нажмите, ага, чтобы скрасться. Там чувак сидит, а я на свету. Но я прокрадусь, видимо. А, он в другую сторону смотрит. Хорошо, хорошо. Да куда ты звонишь, блин? Бесшумный режим. Ты глянь, какой-то дебил оставил на полу фонарик. Забирай его себе. Только смотри, чтобы никто не заметил свет и не вызвал копов. Мы очень плохо спланировали это ограбление. В основном на волю случая полагаемся. Типа, ну может быть там какой-нибудь фонарик кто-нибудь оставит, не знаю. Стой, погодите. Мы не этот дом будем грабить? Даже не ваш дом грабить собирались, понимаете? Не твой дом. А чё ты парился? Ладно, флешлайт. А стоп, нельзя, что палили. Взлом уровень 4. Стеклорез нам нужен. Блин, у нас нету стеклореза. Ладно, ломаем. На, блин. Входим. Включить фонарик, хорошо. Да блин, я забыл опять бесшумный включить. Отлично, пора заняться перераспределением деньжат, так сказать. Интересно, я на громкой связи его слушаю. Здрасте, что это? О, отбеливатель. Кто-то собирался тут покончить с собой. Кстати, это игра от создателей House Flipper. А это значит, что это очень похоже на дом мой. То есть я, видимо, граблю себя. Взлом уровень 1. Взаимодействие. Нет отмычки. О, нет отмычки, но есть наличка. Да, детка, 15 баксов. Оно того стоит, друзья мои. Чайник, кастрюля. Я мелочный человек, да. Опа.
Я очень мелочный, я краду мелочи. Да блин, Винни! Время сматываться, чувак. Залезай в машину и смотри, чтобы никто тебя не увидел сломом. Я пока не буду сваливать, потому что еще даже никто тревогу не поднял. Давайте оставим максимум следов, чтобы люди знали, что я был здесь. Я люблю славу и деньги. Вот эти деньги. А ты хотел, чтобы я ушел, Винни? Ну ты дурак. Кроссовки! Ну грех не стырить. Ну ладно, это не мой размер просто. У этого чувака очень много кроссовок. Он не такой бедный, как... Каким кажется на первый взгляд. Я оставил следы. Опа. Кто-то слэм-дан кадовую замутил. Вот это да. Где машина? Эй, Винни! Блин, он бросил меня, короче. Это подстава, я так и знал. Я думаю, крадущийся человек с перчатками черными на руках в черной одежде совсем не вызовет подозрения. Вот если плов в руках был тогда, да, жесть. Палево. Опа. Так, это не Винни. Вот, Винни. Стоп, а где сам Винни? Я что, каршеринг заказал? Ну, а, видимо, да. Так, садись. Я сказал, садись, твою мать. Вот. Сели. Что дальше? Что дальше, блин, а? Луна! Что дальше? О, Евгений, я знаю, как тебе помочь с этим. Да, как? Расскажи, пожалуйста, как мне ехать? Я думаю, тебе надо дать заднюю, ведь ты сидишь на заднеприводной машине. Да, блин! Я почему я думал, что чем-то другим это закончится? Смотрим. Вот мы в машине сидим, нам нужно... Человек. Завести. Да ладно, теперь GTA начинается? Свидетелей не оставлять! Пешеход ранен. Давайте пойдем пообщаемся с ним. Эй, то ты другой. Здравствуй, вождь. Простите, что мы отняли у вас землю. Вы мешаете пройти. Я вот подозреваю что-то. Ты вождь, красный восклицательный знак, видимо, да? Это твое прозвище. Винни, это мой друг тебе звонит. Он хочет оставить отзыв о моем ограблении. Скажи, что я очень хорошо справился. Я тоже могу кое-что достать. Получай, пешеход. Окей. Ладно, все, не будем придуриваться, идем водить. Блин, круто, что можно водить машину. Когда вы крадетесь посреди ночи, лучше всего избегать хорошо освещенных мест. Можно очень медленно открыть и спрятаться в помойке. Прикольно. Так, кто там? Я как маньяк смотрю на нее. Ой. Как бы мне пробраться в этот домик? Преодолимый забор. Нужна ловкость 2, чтобы перебраться. Блин, как бы ловкость мне прокачать? Опа, здрасте. Так, нужно стеклорез юзать. Или... Блин! Я должен спрятаться в помойке. Оп! Молодец, помойка закрылась. Так, ну вот он садится в машину, полицейский, видимо, да? Уезжает. Да, все, сваливают. Расследовать они это, конечно же, не будут. Просто посмотрели, о, окно разбили. Но никого нету, значит, мы поехали. Все, выходим. Я так понимаю, что этот дом уже все. Да, его запалили. Сюда лучше не лезть. Вас заметили! Нет! Поехали! А, все, надо было просто уехать из города. Хорошо. Что ж, нам дали за чайник, за кастрюлю, старый тостер и сковородку по 10 экспы. Значит, видимо, это очень ценится. На черном рынке кастрюля и старый тостер. Ты разбогатеешь сразу. Винни, здорово. Шикарно. Может, дело и выгорит. Иди поспи и продолжим разговор утром. Хорошо, пойдем поспим. Надеюсь, ты не придешь ко мне, пока я буду спать. И не будешь смотреть. А, только диван. И все. А это мой комп. Понятненько. С него я буду дела получать. Окей, спать 6 часов. С добрым утром? Да, с добрым утром. Но пока как-то еще темновато. Еще 2 часа. Все, просыпайся, выход. О, Винни, проверь свой компьютер. Мне нужно рассказать тебе о паре вещей. Но его надо хакать. Винни, блин. Как его хакнуть? Я только один метод знаю. Это не работает. Блин, не все решается ломом. А, этот комп имеется в виду, окей. Ты сможешь купить новые снаряжение. На всем этим добром еще надо уметь пользоваться. Щелкни на Steal Your Forum. Тут ты можешь купить всякие секреты. Инфу о том, что где лежит, как охраняется, кто... Ага. Хорошо, давайте купим, это все бесплатно. Отлично, теперь иди к своей машине. Я хочу еще купить вот это. Ну что было? Сначала сбагри добычу в ломбард. На гривню 109 тебе надо пройти налегке. Я приехал на Гринвью, и здесь мне надо ломбард найти. А как? А как? Давайте спросим людей, где здесь ломбард? Простите, мисс. Простите, мисс. Какая маленькая. А, вы это, не знаете, где здесь ломбард? Я мешаю пройти. Для женщин я всегда был тем... Что просто мешает пройти. Неким неудобным препятствием. Ну, блин, отстой какой. Может быть, где-то есть указатель какой-то? А-а-а. Вот он. Ура. Но я не могу сюда пройти. Ладно, давайте отсюда зайдем с заднего. С черного хода. Это не ломбард. Просто дом, который я могу грабануть. Так, запасной ключ от двери лежит в ящике. А где ящик? Где почтовый, блин, ящик? Вот он ключ. Мне придется ломать. Ну, что поделать. Так, открываем.
Отлично. Телек берем. Ух, тяжеленький. Просто так не выйти. Тогда тебе себе проход обеспечим. Вот, зашибись. И надо еще вот это открыть, да? О! Почему? Только отмычка? Странно. Женщина идет. Быстрее в машину надо нести телек. Еще одна женщина. Точно такая же идет. Она меня спалит. Смотрите, она... Она в мою сторону идет. Ускорься как-нибудь. Телек не такой тяжелый. Она прошла? Есть. Теперь мне надо это все как-то положить. Вы делаете что-то подозрительное. Да ладно, что ты говоришь? Что ты чушь мне огородишь? Ничего подозрительного. Как мне телек этот? Блин, надо заныкать телек в кустах. А так, жди меня здесь, телек. Я должен сначала сдать вещи в ломбард. Все, ничего подозрительного. Смотрите, большие предметы можно положить в багажник. Стоп, как это сделать? Телек. Я передумал, я должен сначала тебя забрать. Я еду с открытым багажником. Ну ладно. Это не подозрительно. Простите, я шумлю. Все в порядке, не волнуйтесь. Я просто к себе домой приехал, да. Окей, где там телек сидит? На месте? Отлично. Вот. Пойдемте дальше грабить. Ай, хорошо, грабить тостер. Мы 2 тостера сдадим оптом. Инвентарь полон, блин. Скорее, пока в районе никого нету. Так, ну как мне положить-то вещи? Вот, мы все сложили в хранилище. Теперь я понял, я начинаю понимать эту игру. Фаста. Что у нас еще? А, еще одна, да, сковородка. Кетчуп. Музыка такая настороженная. Что в шкафчике? Погодите, бабосы! 15 баксов, окей. И здесь бабосы! Так, сральня. Что? Кто здесь хранит деньги? Неважно, это бабосы! Все, кажется, я очистил дом от скверн. Полностью. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу, пока никто не спалил. Так, закрыть багажник. Сесть машина. Сложить все. Места нету, да и пофигу. Так, теперь бы ломбард найти. Вот это было бы замечательно. Цена ремонта 1 бакс. Я на бакс себя покоцал. Простите, где здесь ломбард, где можно сдать украденные вещи? Грубиян. Погодите. Вот там гараж открыт. Может быть, это ломбард? Сэр. Нет. Ой, нет. Нет, сразу полицию вызвал. Я ошибся. Блин. Срочно надо что делать. Ой, я еду прямо в сторону полиции. Надо ехать в другую сторону. Они с двух сторон. Щит. Нет. Ищи машину на доллар. Покоцал. Нет. Нет. Что он сказал? Он меня оскорбил как-то. Так, ну что же это за фигня такая? Где же гребаный ломбард? О, какая семейная идиллия. Смотри, что они делают? На пикничок собираетесь, да? Завидую вам. А ломбард, ты не подскажешь, где? Украденные вещи сдать. Нет? Уотсоны. Это дом Уотсонов. Вот это зачем? Чтобы мне удобно было забегать? Я не понимаю, я бегал весь город. Тут нет ломбарда. Может, ну его нафиг? Может, поехали просто отсюда? Так, где тут чекпоинт? А, вот ломбард. Я просто так тут бегал. Ну ладно, зато дом ограбил. Итак, все, мы там все допродали. Не забывайте тратить из неиспользованные очки во вкладке навыков, окей. Вот ломбард. Понятно. Теперь, может быть, грабанем ломбард? Ты даже не говоришь, когда говоришь. Можно мобилу купить. Большие предметы, ага. Давайте сейчас дадим ему большие предметы. Иди сюда, телевизор. А, Джонни, смотри, что я привез тебе. Это же самый... Настоящий, ой, уронил, прости, но ничего. Ты не видел этого? Это большой телек, как называется, трубчатый, да, по-моему? Трубчатый телек, раритет. $5000. Ну, или 30. Стоп. Он сказал, убери отсюда этот хлам. В смысле? Мне написала игра, что он много стоит. А сейчас теперь мне пишут, что это хлам, и он только купит у меня сковородку. Винни, вижу, тебе удалось достать телевизор. Зайди на Black Bay. Я пойду на Black Bay, ты понял? И продам там втридорога. У тебя был шанс купить это подешевле. Был шанс купить. Муха, ну все, ты его упустил. Ты тупица. Но я не только сковородку пришел продавать, но еще куча всего. Ты, говно. Телевизор хлам. Хорошо, я могу это купить. Чайник он купит у меня. Смотрите на него. Что это? Кастрюлю купит? Он что, любит кухонную утварь всякую? Только от телека отказался. Ты тупица, Бобби! Или там, как тебя назвал? Джонни, неважно. Подойдите к своему компьютеру. Так, мне что, кто-то мисагу написал в соцсетях? А, Black Bay. Хорошо. Я сделал страничку для этого телевизора. Зайди на нее и продай его. А что, уже есть запросы? Электроника, старый телевизор. Продать. Отличная работа. А теперь щелкни по вкладке Rate a Tag. Тут ты найдешь дополнительную работенку. Я выложу заказ специально для тебя. Вон тот с посудой. Принять. Ладно, теперь езжаем в 110-й и побей нам посуду своим лобом. О, 110 бейкеры. Держитесь, бейкеры, я иду бить вашу посуду. Под покровом ночи иду я бить посуду. 110, вон сюда. Давайте встанем на парковке, чтобы не вызывать подозрений. Паркуемся.
Хорошо. Есть. Должен пробраться внутрь. Простая отмычка. Черт подери. А как же мне? Где мои навыки? Где взлом? А, изучить. Теперь я могу открыть. Но у меня нет отмычки. Ведь я ее не купил. Ну что ж поделать? Ничего не поделать. Давай, лом. Куда лом делся? Неужели я его продал? Где мой, блин, лом? А, вот лом. А, ключ от входной двери. У меня все это было, оказывается, с собой. Хорошо. Немножко времени потеряли, но все нормально. Никто подозрительно не идет, кроме меня здесь. Стоп. Простите, нарушу движение. Езжай, езжай, мадемуазель. Хорошо, свищу, но дерьмово. Так, все, мы можем открыть, проникнуть. Открыть, проникнуть, как взаимодействовать. Я не... понимать. Я не могу включить фонарь почему-то. Я же взял все это из машины, ну серьезно? Ой, как я плохо припарковался, ну ладно. Ба! Откуда все это снова там? Инвентарь. Погодите, у меня это было в инвентаре, а я потом это сложил в хранилище. Бывает, туплю, я нервничаю. Это мое второе дело. Значит, ключ от дома. Как мне его взаимодействовать? Не работает! Какого хрена? Вот он ключ. Бросить. Он упал под веранду. Игра меня вынуждает использовать лом. Которого нету! Лом. Слот, хорошо, положил, потому что фонарик я могу использовать, хорошо. Блин, конечно, с ключом обидно получилось. Так, где-то посуда, а? Тостер забрать, сковородку забрать. Разбогатею на тостерах. В ящиках пусто. Где посуда-то, не понимаю. Вот она! Зачем это надо было? Отлично, теперь пойди купи себе простую отмычку на Tools for Thieves. Все-таки мне не особо понятно, что это за воровская такая обязанность ломать посуду. А, мы должны были имитировать ограбление. Но я вхожу в роль и имитирую все максимально достоверно, поэтому я еще и граблю по-настоящему. Кажется, все, можно выходить. И ключ не понадобился. Ком, скорей. Ой, дверь оставил открытой в машине, так нельзя делать. А вдруг кто украдет у меня что-нибудь? О, мы можем вид камеры менять. Хорошо как. Блин, $2 просру. Бонус за скрытость 5 звезд. Категория Б. Нужно купить отмычку. Требуется взлом замков, уровень 2. И купить я поэтому не могу. Мы можем изготавливать что-то. Разбор ценностей. Давайте сгоняем в ломбард, продадим. Может быть, нам дадут какой-то, не знаю, навык за это. Питер! Привет! Дай-ка я тебе загоню всякое дерьмо. По наценке большой. Спасибо. В общем, мне не хватает экспы, а значит, надо ехать еще работать. Если хочешь добиться своей мечты, воруй нон-стоп. Так, вот, 111 тогда давайте обворуем. Женщина. Это будет... Тихо. Это будет сложное ограбление. Стоп! Так я был здесь. Этот первый дом. Я на вас тренировался, вы мои первые, ребят. Они, кстати, умные, додумались решетки повесить на окна. Может быть, подойти тихонечко к мужику? Забить его насмерть? Подзатыльник. Клал он на мои потуги. Я просто стою сзади него. Так, смотри на него. Знаешь что, я буду следить за тобой. Не могу назад уйти, мистически. Давайте попробуем другой дом ограбить. Или зайти к ним с другой стороны. Оп. Блин. Вот отсюда. Текс. Хорошо. А что будет, если я ударю? О, призрак! А, нет, не получается. Вот отстой. Короче, этот дом мне не светит. Они поменялись местами? Ух, я уже тут, блин, все утро. Куда она пошла? Убираем лом. Она ушла из дома. Вас услышал арендатор. Да пофигу, что он меня услышал, срал я. Валим отсюда. Не могу ограбить. Ну что ж такое? Как же мне отмычку-то найти? Давайте вот этот дом попробуем грабануть. Авось получится. Так, добрый день, миллеры. Так, о них, кажется, мне ничего не известно. Фак. 109, 110, 111. А, ну это вот все я уже грабил. Ладненько. Попробуем что-нибудь придумать. Надо взломать. Нет. Это же забраться не могу, у меня вообще никаких навыков нету. Я худший вор на свете. Так, та-ля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 . Идите, проходите, все нормально, ничего подозрительного. Присели сразу и пошли. Пошли на дело. Мне нужна отмычка. Я не могу никуда пройти, не могу никого ограбить. Теперь я могу купить. Надо было купить простую отмычку. Ладно, простите, тупанул, боже мой, да, бывает. Винни. Я тут немного... Пока ты не вляпался в неприятности, попробую взломать тренировочный замок. Я оставил его в гараже. Это что такое, стол? Я могу его перемещать. Зачем? Окей, хорошо. Вон замок. Что Винни делал в моем гараже? Я не знаю. Надеюсь, он не нюхал мое нижнее белье. Повернуть. Окей. Так это правильно дело? У тебя все шикарно получилось. Откуда ты знаешь? Ты что, следишь за мной? Но для настоящего дела надо ходить в разведку. Будь у 111 к 7 утра и наблюдай. О, 111, я понял. Ты знал, что они следующие мои жертвы. Итак, сколько у меня получается... Сколько у меня...
Отмычек. Простая отмычка одна. Мало. Купить. И еще купить. К 7 утра, значит, да? Значит, проснемся в 6. Надо встать заранее. О, боже мой, как ужасно так рано вставать. Ладно, без завтрака, без всего, просто валим на работу. Чтобы есть нормально, надо грабить хорошо. Ух, блин, ух, блин, ух, блин. С утра я такой невнимательный. Идем сюда. Наблюдаем. Так, мужик сел, отметили. Так, там есть одна коробка. Выжди, пока все уйдут, и принеси ее мне. Внутри находится коробка с важным содержимым. А зачем я должен наблюдать? Что? Что они будут делать? У него паранойя, кажется. Смотрите на него. Шизик. Занятие жильца. Находясь достаточно близко к жильцу, вы можете отметить его, чтобы узнать о его повседневных занятиях. По умолчанию колесико мышки. Ага, окей. Я как маньяк буду стоять сломом за забором. Меня палят? Меня палят? Покрадитесь в неподходящем месте. Ну, долго он будет еще? Блин. Так, мне тут посоветовали, что сон на стоянках может коротать время. Значит, пойдем на стоянку. Спать в машине. Давайте до 8 поспим. Ну что, давайте посмотрим, ушел ли наш друг. Он все еще там. Да сволочь. А это кто? Ты здесь не в тему, пошла отсюда, это мой дом. Получается, если я сейчас зайду, прям в доме он будет, я прям в его комнату зайду. Ну ладно, давайте попробуем отмыкнуть. А, мы должны будем тихо открыть дверь, я понял. Что он делает? О, сумасшедший. Так, тихо, тихо, не ломай. А, фак, ну это сложно. Давай, давай, давай. Есть. Он глухой, видимо. Ладно, надо будет. Блин! Блин! А, помойка! Я знаю, где она. Скорей, 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 скорей! Гоу-гоу-гоу! Ну, сфигли он решил подойти к двери в тот самый момент. Ну вот он сейчас там, небось, сидит и ябедничает на меня полицейским. Ой, ой, меня взломали. Все. Меня перестали преследовать. Меня простили. Срок давности истек. А, он ушел. Все. То есть все-таки надо было подождать подольше, да, пока он уйдет. Ну ладно. Все, дверь уже открыта. Ба! Я же открыл дверь. Тихонечко открываем. А-а-а! Тут надо было написать, что на себя открывается. Старый телевизор. Ага, обязательно, обязательно. В первую очередь ему нужна коробка, а я возьму бонус, пожалуй. Да. Очень забавно у него предметы валяются. Хорошо, забрать. Сейчас мы обчистим его хатку. Еее, бабос, 50 баксов. 100 долларов заработал. Неудивительно, что жена от него ушла, и он здесь один метался по комнате. Здесь просто невозможно жить. Где они спят? Правда, где они спят? На столе, что ли? Кастрюлю заберу. Боже мой, да он нищеброд. Вот я разбогатею сейчас, забрав его вещи. Вот его жена ко мне уйдет, я уверен. Так, а, телек. Без телека ты куда? Смотрите, пипл идет. Надеюсь, это не хозяин. Слышите, слышите? Шуршит. Надо открывать дверь. Ой, черт. Я думаю, надо делать вот так вот. Быстренько подъехать. Аккуратненько их развернулись. И да, вот прям четенько к воротам. Сюда открывать. Тихонечко открываем багажник, чтобы никто не услышал. Забираем телевизор. Аккуратно ставим его. Это дорогая вещь. Закрываем калитку. Все, сваливаем. А, фак! Занесло. 2 бакса просрал, ну ничего. И еще один. Черт. Ну что ж, я добыл то, что он хотел. Добыл ведь? Сейчас, погодите. Подозрительная коробка. Вот, я положу ее в хранилище. Так, давайте в ломбард пойдем. Есть бонус за скрытность. 2. Ладненько, у нас есть доступные очки навыков. Давайте навык взлома. А когда уже будет ловкость... Не скоро, друзья, не скоро, все постепенно. Welcome back, и здорово. Так, старый телевизор. Хорошо. О, теперь он может купить это. Хорошо, я рад. А подозрительную коробку он может купить? А, через Black Bay нужно отправить коробку. Все, ясненько. Black Bay, Black Bay, где моя подозрительная коробка? Значит, антиквариат, другое. Подозрительная коробка, вот, продать. Ломбарди считает, что их другу на Greenview 101 не помешало бы новое окно. Но вот сам друг так не думает. Докажи, что новое окно дело нужное. Окей, я думаю, на этом мы с вами закончим. Нужно будет разбить окно в следующий раз. Если вам, конечно, понравится эта игра, и вы хотите, чтобы я продолжил ее, и продолжил обучать вас, новое поколение, вас, детишки, и школьнички, обучать искусство воровства, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВК, в Steam, не забывайте про колокольчик, подписывайтесь на мой инстаграм, повсюду подписывайтесь под всем, что вам дают, любой договор вам дают, подписывайтесь даже не глядя, обязательно это делайте, потому что так жить веселее просто. Огромное спасибо, ребят, с вами был Юджин, и всем 5!